Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится планшет Томпсон, и сейчас я покажу вам, как включить и настроить ночной режим. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь ночной режим. Если его здесь нет, нажимаем на карандашик. Проходим вниз, ищем ночной режим тут, находим и перетаскиваем его вверх. Возвращаемся, и теперь, нажимая на него, мы можем его включать и выключать. Вот. Зажав на нем пальчик, можем перейти в настройки данного режима и настроить интенсивность, а также расписание для данного режима. Либо от заката до рассвета, либо можем сами выбрать время. Вот здесь настроить время включения, время отключения. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.